Після матчеві враження рівненців і киян далі вашій увазі. Перенервничали, поэтому допустили, особенно в начале, очень много необязательных, я бы сказал, ошибок, которые привели к легким забитым мячам Будівельника. Вот. Ну и не было той агрессии в защите, которую хотелось бы, на которую мы рассчитывали, я рассчитывал. Настраиваться всегда очень сложно на команду, которая в турнирном положении идет ниже нас. Всегда легче играть с командой, которая сильнее. То есть так, ну так оно есть. Так настрой всегда, я как игрок это знаю. Поэтому сегодня было не очень просто, может, настроиться, но я поздравляю и тренера, и всю команду. То есть мы смогли выиграть, показать хорошую игру. Ну и по себе я тоже, я доволен сегодня. Сегодня ребята отработали неплохо. Но в каждой игре, и после каждой игры, когда посмотришь, так много чего надо еще, где надо еще работать. Это, знаете, идеальные игры очень трудно сыграть.